Ребят, всем привет, кто заходит. Фары слепят, ничего не светит. И не слепит. Нет, не хочу. Недавно была. Ребят, всем привет, кто заходит, постучите по экрану, пожалуйста. Куда хочешь, никуда. Если захочу, сама себе свожу. Ребят, постучите по экрану, кто заходит. Tap to screen. В Алмату? Нет, Казахстана не собираюсь. Казахстана не собираюсь пока, ребяточки мои хорошие. Молодец, хорошо. Ты как я должна еще отвечать на такие вопросы? Утверждения. Ну, серьезно. Да ладно, прилетай, нет. Ребят, кто заходит, постучите по экрану, вам что, сложно? Сидите, подслушивайте и пипец. Зачем ругаешься? Я не ругаюсь вроде. Это еще спокойно я тебе ответила. Привет, милашка, всем привет, как ваши дела, ребятки? Постучите по экрану, tap to screen, let's go. Кто заходит, не молчим, пишем что-нибудь и по экрану тапаем. Да. Глухо, глухо, глухо. Не люблю молчаливых людей. Ребят, всем привет, кто заходит. Санжар, спасибо за розочку. Ты куда собралась? Я только приехала. Я только приехала с дел. Привет, привет. Как у вас дела? Ребят, по экрану стучим. Пока набираются люди. Ребят, я из Сибири, всем привет. Привет, Коля, привет. Всем привет, как у вас дела? По экрану тапаем, пожалуйста, tap to screen. Давайте рейтинг немного поднимем. Я зашла 5 минут назад. Привет, привет. Ренат, привет, всем привет, как у вас дела? Елена, привет. Как настроение? У меня плюс новая мама. Кирилл, ты чё матери родной своей изменяешь? Ты зачем так делаешь? Ребят, по экрану тапаем. 45 человек уже за 5 минут. Постучите по экрану, пожалуйста. Ренат, Ренат, я тебе говорю, тоже постучи по экрану, если ты со мной. Кого пойдешь искать? Кирюш, ты чё? Ударился?
Хочу, из меня и свободный гражданин. Да ладно, ну материть же нельзя. Какая у тебя красивая одежда всегда. Это я либо делаю под заказ, либо в своем шоуруме. Жесть. Можно привет, всем привет. Амелия, привет. Как у вас дела, ребят? Хочу, чтобы я со мной. По экрану тапаем? Не сидим. Это не платье, это костюм. Привет, хорошо, я рада за вас, что у вас все хорошо, по экрану стучим. Ребят, вот, что вы такие неактивные, у меня вопрос. 25 человек тупо сидят по ту сторону экрана, и все. Мне моя вторая мама разрешила изменять. Ужасно. Это ужасно, это просто ужасно. Неужели ты понять не можешь? Плохая у тебя мама, плохой пример подает сыну. Я тебе как бы это... Так, по секрету скажу, нельзя ее слушать. Тут. Нет, нет, ради себя. Ты что, Петрон? Или Питрон? Питрус?